Ура! Начинается! Поговорим сегодня, друзья, о профилактике вирусных инфекций. Здравствуйте! Здравствуйте, доктор! С незапамятных времен люди пытались защитить себя от самых разнообразных опасностей с помощью магических амулетов. Ну да, еще моя мама. Если вы вспомните, всякие древние племена вешали себе на шею зубы какого-нибудь тигра, да, или высохший глаз барана горного, очень высоко горного барана, и верили, что вот этот, именно этот глаз, или этот камень, или этот зуб отпугнет от них всяких злых духов. В 21 веке тенденция обвешивать себя амулетами, к сожалению, сохраняется. Ну-ка. Дело пахнет керосином. Люди даже додумались до того, что если повесить на шею что-нибудь особо пахучее или особо ядовитое, то это отпугнет от ваших детей вирусы. Наверное, вы слышали о том, как люди делают всякие браслетики из чеснока. Бабушкин любимый. Или вешают себе на шеи коробочки с дырочками, в которых находится порезанный лук. Медицинская наука относится к этому спокойно. То есть это, конечно же, не помогает. Не помогает? Ага. Угу. Способы профилактики есть намного более эффективные, но, тем не менее, сейчас вы поймете, для чего у меня на шее вот эта штука, сейчас появились особо модные шарлатанские средства, которые даже получили название блокаторы вирусов. Ну, то есть некие люди, очень хитрые, придумали пакетики, которые вешаются на шею. В этих пакетиках находится некое волшебное вещество. Мы не слышим даже, как оно пахнет. Оно нам не мешает жить, но вирусы шарахаются в стороны. Не может быть. Медицинская наука смеется над этим изобретением, но наивные люди, руководствуясь, по-видимому, инстинктами, продолжают в 21 веке верить в амулеты, не задумываясь о том, что вирусы ведь не только в воздухе летают. Даже если эта штука убивает вирусы в воздухе, то на руках вирусы, на руках после рукопожатий, которым мы почесали нос, они никуда не денутся от всяких этих штук. Им хоть бы хны. А ведь правда. Угу. Главное – проветривание помещений. Свежий воздух намного лучше, чем любые блокаторы вирусов. Будьте умными. Не относите ваши кровные деньги шарлатанам. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.